Но идут годы. Страна развивается. Развивается наше родное Подмосковье. Развивается, конечно, Одинцовский городской округ. И мощнее наша держава. Сегодня, да, мы будем садать сирени, будем украшать эту территорию, будем украшать благоустройство этого микрорайона. Но это все элементы и детали развития нашей страны. «Наше будущее в наших руках» – так можно назвать инициативу, которую проявили жители Одинцовского округа в одном из новых микрорайонов. День России они отпраздновали массовой высадкой зеленых насаждений. Людей, пожелавших стать причастными к развитию и благоустройству территории, собралось немало. 7-летняя София уже знает, как сажать растения, но применить знания на практике ей довелось впервые. Сначала надо раскопать яму, потом посадить зерно, потом закопать, полить и ждать, когда вырастет. Доброжелательная атмосфера и отличное настроение отражалось на лицах людей. Улыбки и добрые надписи не только оставляли в качестве пожеланий на специальных табличках у высаженных растений, но и щедро дарили окружающим. Хотелось бы пожелать своим будущим соседям расцветать так же ярко и радостно, как эта сирень в будущем. Вот. Так что всем, как говорится, счастья и красоты. Удачи! Дети и взрослые проявили незаурядную активность. За несколько часов совместными усилиями высадили 5 яблонь, 150 кустов сирени и засеяли газон. Инициативу поддержали и одинцовские активисты «Единой России». И пусть эта инициатива будет дальше продолжаться жителями на каждый день России. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».